Всем здравствуйте, это Макс Белоусов. Я к вам с новостью. Я долгое время не проводил марафоны. Это, не знаю, там, по-моему, несколько лет назад, 3 или 4 года назад у меня был последний марафон по трафику. Вот сейчас я, пока ехал на байке на Бали, мне пришла в голову идея, почему бы не провести марафон. Значит, в чем смысл марафона? Да, это видео я записываю специально для тех, кто будет интересоваться данным продуктом. Вы знаете, что у меня сейчас в продуктовой линейке есть курсы, которые для многих из вас ценник кусается. Да, там стратегический маркетинг, консалтинг, там наставничество, менторство. Да. И если суммарно посчитать, там несколько сотен человек уже прошли эти обучения. Но есть большое количество других ребят, которые следят за мной, смотрят там мои ютубы, там комментарии мне пишут, да, и есть какой-то определенный порог принятия решения, да, вот, и они все греются, там все читают, там вот процитирую одного из подписчиков, обсасывают мой ютуб и все социальные сети там с ног до головы, да, и все никак не могут решиться пойти нормально обучиться. Доходит даже до такого, да, что там вот ВКонтакте я выложил, значит, отзыв о том, что моя ученица там заработала там 300 тысяч рублей, в итоге чувак пишет в комментарии, типа, Макс, я посмотрел твое бесплатное видео, вот я тут продал, значит, консалтинг на 150 тысяч рублей, и ему же в комментариях другой чувак отвечает, типа, чувак, давай я у тебя куплю консультацию. То есть для меня это пиздец, потому что, типа, вместо того, чтобы пойти ко мне нормально обучиться, люди идут к каким-то ребятам, которые, типа, случайно как-то там, значит, продали кому-то услугу, причем эта услуга не эти продажи не систематические, да, какие-то случайные, да, и что этот чувак ему расскажет? Ну, как бы вот именно поэтому я хочу, чтобы от первоисточника все-таки вы получили информацию, да, и соответственно, одна из причин, почему я решил провести марафон, вот такая. Вторая причина, почему я решил провести марафон, это чтобы прогреть вас к своему курсу. Да, то есть у меня задача какая? Дать вам максимальную пользу за тот период времени, который будет вестись марафон. Там вообще без воды, как я люблю, конкретика. Там сделаю для вас чек-листы, задания, да, там короткие созвоны, короткие видео для того, чтобы вы заработали деньги мне на обучение. Да? Так, то обучение, которое вы не можете себе позволить. Потому что у меня куча людей пишут, я думаю, не только мне, честно, заебался уже, да, там пишут, типа, Макс, я не могу позволить твое обучение, давай в внутреннюю рассрочку мне дай. Типа, я вот приду на курс, значит, ты мне все объяснишь, я заработаю денег и тебе заплачу. Почему меня это заебало? Потому что таких десятки, сотни людей. Вот. И для меня это не совсем правильно с точки зрения энергии, да, потому что, типа, я же вкладываю в тебя, да, то есть, ну, как бы у меня ребята, да, там, значит, ученики, которые нормально платят, ты так залетаешь, получается, получаешь, да, а потом я же не буду за тобой бегать, правильно, там, чтобы ты оплатил. Вот, поэтому, чтобы, соответственно, таких ребят тоже прогреть, таких ребят тоже, соответственно, там, так сказать, подтолкнуть, да, там, к принятию решения и помочь им все-таки заработать, я ставлю максимально минимальный ценник на этот марафон, чтобы вы просто со мной познакомились, да, чтобы вы ко мне доверились, вы посмотрели, как я обучаю, какие материалы я даю, вот, и получили свои первые результаты. Соответственно, значит, давайте про марафон. Марафон я назвал «Первая сотка». Для кого этот марафон? Для всех, кто работает онлайн, да, то есть это и там менеджеры по продажам, там, и психологи, да, там, и дизайнеры, и программисты, и маркетологи, да, то есть все, кто работает в онлайн, сейчас это актуально. Что я там буду вам рассказывать? Я буду конкретно вам давать методики, по которым вы заработаете свои первые там 100, там, может быть, там 200-300 тысяч рублей либо с клиента, либо за месяц, да. Мы будем конкретно на это работать. То есть я не буду вас там учить маркетингу, там, бизнесу, не знаю, там, психологии, там, еще чему-то. Конкретно вот работаем на зарабатываем денег на бабло. Много брать людей не хочу. Да, скорее всего, поставлю ограничения по количеству людей. И каждая десятая оплата будет подниматься ценник на этот марафон, чтобы вас смотивировать,
оплачивать его быстрее. Вот. Кому, соответственно, это откликается, кому это интересно, поставьте плюс в комментариях, я вам скину ссылку на, соответственно, оплату этого курса. Я не хочу заморачиваться по поводу сайта, просто будет плашка, да, там, с несколькими тарифами, описание этих тарифов, вот, оплачивайте, кто хочет, кто готов, кто доверяет, да. Не хочу делать сайты, не хочу делать там какую-то пиздатую рекламу, она и не нужна, да, там, я на марафоне объясню, почему, да. Соответственно, значит, еще один вам бонус, да, чтобы вы, блядь, вот точно решились, да. Я в цену, в стоимость этого марафона зашью бонусов больше, чем стоимость этого марафона. Как минимум, я там дам вам свою книгу «Борьба за внимание», онлайн-формат, да. Вот, это уже порядка 500 рублей, те деньги, которые она стоит там на электронный вариант, да. Плюс доступ к моим нескольким урокам комплексного маркетинга, да, возможно, дам подумаю еще, да, там, к другим урокам с других курсов. Короче, суммарно это будет больше стоить, чем стоимость этого марафона, вот. А по поводу социального доверия, да, давайте сначала с результатов моих учеников. У меня есть отдельный телеграм-канал, там я выложил все отзывы, те, кто мне присылали, да, потому что учеников у меня уже, как я сказал, несколько сотен. Не все заблаговолили, да, записать мне отзыв, но те, кто писал, я это все репостнул в этот телеграм-канал, да. Там десятки этих отзывов, да, и есть видеоотзывы, есть репосты, есть скриншоты оплат. То есть, блядь, я вот за последние 3 года провел уже 7 потоков стратегического маркетинга и консалтинга. 7, блядь, потоков. 7, понимаете? Это куча людей. Вот. Если бы курс был лажа, ну, я бы его не проводил дальше, было бы куча разоблачений, да. Ни одного клиента недовольного не было. Всем, блядь, все нравится. Просто я так люблю этот продукт, что хочу познакомить этот продукт с большим количеством людей. Потому что сейчас я замечаю, как начинают меня копировать, такие же офферы в рекламе давать. Хуй знает, чему там учат люди эти, да, там, коучи, наставники, да, почему мне нужно доверять? Как минимум, потому что я сам этим занимаюсь, да, я сам эти стратегии продаю, я сам этим консалтингом занимаюсь, и я прошел весь этот путь. От обычного СММщика за зарплату 37 тысяч в месяц, да, я об этом писал в книге «Борьба за внимание», фильм «Борьба за внимание», можете посмотреть, до дорогостоящего консультанта. Вот если вам интересен этот путь тоже пройти, но быстрее получить эссенс моего опыта, да, welcome, пожалуйста, если вы там грелись, там сомневались, вот это для вас тот самый шанс. Еще раз повторюсь, марафоны я очень редко провожу, потому что я не люблю обесценивать свой опыт. В принципе, я об этом и рассказываю, да, на своем обучении, но сейчас ситуация такая, что люди экономят деньги, они сомневаются, они думают, хер его знает, как бы там за деньги пригодятся. Я считаю, наоборот, что нужно вкладывать прежде всего в себя. Я так же делаю, да. Причем всегда так делал. Каждый кризис, который у меня был, я деньги вкладывал именно в обучение, в себя. Это не какие-то там громкие слова, это факт, да. Вот поэтому, соответственно, еще одна причина, по которой я решил запустить этот марафон. Короче, кому интересно, ставите просто плюс. Я не знаю, где вы увидите это видео, я его везде выложу сейчас, да. Вот, ставите плюс, набираем группу. Я думаю, что примерно там 100 человек. Больше мне там не надо, да, чтобы до всех информация долетела. Оплачивайте, вот, как только группа набирается, всех добавляю в телеграм-канал. Все, и начинаем там заниматься, вот. Да, по поводу социального доверия, да, там, не закончил, значит, куча отзывов моих учеников, кто не знает про меня, да, устал уже говорить, с кем работал, еще раз повторюсь, значит, Тони Робинс, 3 года по всему миру, Лондон, Сингапур, Майами, Австралия, да, я был главным маркетологом этого проекта для русскоязычной аудитории, 28 тысяч человек в Олимпийском, 3 тысячи человек в Сингапуре мы собрали, 2 тысячи человек в Лондоне. Короче, большой классный опыт. Также Аяс Шабудинов 2 года был директором по маркетингу, спикером, методологом, даже партнером. Был совместно даже курс, назывался «Взлом матрицы». Радислав Гандапас, артист Black Star, крупные компании, Ростелеком, ВТБ, МТС, Люра Мерлен и так далее. Короче, куча опыта, который
я готов вам вот просто взять и отдать. Как работать с крупными клиентами, с высокими чеками, как заниматься консалтингом, как так же, как и я, путешествовать за границу. Я вот уже, получается, 5-й месяц за границей, несколько миллионов рублей уже потратил на виллы, на проживание, на еду, на перелеты. Я тут с женой, жена мне не работает, да, вот это наше общее решение, естественно, я все оплачиваю сам. Если хотите так же, хотите смоделировать мою жизнь, пожалуйста, welcome. За последний, там, сколько получается, год я заработал больше 40 миллионов рублей. Абсолютно легко, в кайф. Причем, как вы видите, я воронки не кручу. Да? То есть, как бы я не делаю какие-то гигантские запуски. Я не занимаюсь там, знаете, это, я не засираю интернет своей рекламы. Да? Мне, по сути, ко мне люди сами идут. Потому что я работаю на высокие чеки, да, соответственно, если хотите научиться так же, пожалуйста, welcome, приходите. Я не говорю, что я самый пиздатый, конечно, мне есть к чему стремиться, да, то есть, ну, я тоже обучаюсь, но если вы хотите дойти до того уровня, который я, или хотя бы там чуть-чуть приблизиться к нему, пожалуйста, я вас приглашаю. Вот. По поводу цены, долго думал тоже, какую цену поставить. Я думаю, что самая оптимальная цена за марафон, чтобы большее количество людей собрать, чтобы вы просто не думая оплачивали, это 1990 рублей. Все, просто вот два косаря кидаете, все, и залетаете в этот марафон. Там будет два тарифа. Там с обратной связью и без обратной связи. С обратной связью будет дороже, я думаю, что 5-ку поставлю. Вот, те, кто 5-ку ставит, могут мне писать в личку в течение марафона, да, то есть там обратную связь какую-то получать. Вот, ну и какие-то ништяки еще докину, короче, в описании тарифа будет. Вот, то есть за 2-ку и за 5-ку можете, соответственно, выбирать тариф, который вам оптимален. Вот, в общем, все вроде рассказал. Приглашаю вас, вот, старт объявлю в телеграм-канале, когда мы все там соберемся, он точно, этот марафон, запустится, потому что я сам заинтересован в этом, вот. Соответственно, вроде все рассказал, все показал, короче, спасибо за внимание, вот, жду вас на марафоне «Первая сотка», чтобы вы заработали первые свои 100, 200, 300 тысяч рублей легко и в кайф, так же, как это делаю я. Все, удачи! Жду вас.